Первое стихотворение, которое открывает книгу, называется «Воздух», и оно стало текстом песни, которую исполняет коллектив «Сургановый оркестр». Сейчас эта песня в ротации нашего радио. Я вчера ее услышала наконец-то первый раз в эфире, но она уже звучит с осени и вошла в новый альбом группы, который называется «Миру мир». А песня называется «Воздух». За что держусь? За воздух. Ты знаешь, это просто. Пойдем, я научу тебя летать. За что держусь? За воздух. Искать опору поздно. Однажды я сумела птицей стать. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери, еще сильнее сделать крыльев взмах. Воздух взглядов и слов твоих. Воздух – музыка для двоих. Воздух небо к себе зовет. Не прерывай полет, не прерывай полет, не прерывай полет. За что держусь? За воздух. Ответы на вопросы заложены в умении дышать. За что держусь? За воздух. Любовь свивает гнезда лишь там, где поселяется душа. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери, еще сильнее сделать.